Я считаю, что надо запрещать курить только там, где это реально могут вдыхать некурящие. Если в этом, в каком-то месте общественном сделана специальная комната с вытяжкой, которая выбрасывает все туда, то поймите, что, скажем, процент выбросов от никотина в Москве, если вот суммарно его взять, он меньше, чем одного убитого икаруса, который приехал из Дагестана и привез какие-нибудь эти там шмутки, тряпки на рынок закупить. Потому что он пыхтит гораздо больше. Или КамАЗ, который проехал, он гораздо больше, чем, допустим, все курильщики района. Поэтому если вы сделаете так, что это не будет мешать окружающим, курить можно везде. Говорят, правда, что вот, например, стюардессы очень любят летать на Ту-104, потому что там можно курить щелочку. Ну, такая шутка на всякий случай.